В лесу родилась елочка. Привет! Хотите узнать? Эй! Сквик! Перестань! Узнать, чем лучше всего заняться на зимних каникулах. Для начала поиграйте на улице, слепите снеговика, а затем сломайте его. Хотите налепить снежков? Тогда сыграем в ледяной удар. Отлично! Сквик хочет, чтобы мы заглянули в зимний мир. Обожаю его! Но здесь холодно. Лучше зайти в дом, погреться и приготовиться к новогодней вечеринке. Давайте украсим комнату и добавим картинку из моей книжки-раскраски. А? Ну как, нравится? А теперь пора одеваться. Что мне лучше надеть, свитер или комбинезон с оленем? Отлично! Круто выглядит, правда? А теперь давайте веселиться и праздновать! Ура! Поздравляю всех с праздниками! И удачи в игре «Мой говорящий том 2»!